Или просто выставите руку, Юра ударит, вам будет очень больно. Дуется шишка и будет болеть очень долго. Но если вы выберете правильный момент, и уже вы ударите в мышцу, в локти, тогда у Юры будут проблемы. Если у вас что-то не получилось, вы просто ходите, продолжаете работать дальше. Потому что если делаю так, можно, но... Вот так и может развиваться, и ничего страшного в этом не будет. Поэтому, когда вы работаете, во-первых, вы уходите, но если у вас нет практики, вы ударите там локоть в локоть, или он вам может, проблема, но тогда вы можете делать так. Тогда, ну, есть практика, есть... Точность есть, соответственно, потому что если я с таймингом, у меня проблемы, техника очень эффективна. Но я замедлил, опоздал, Юра начал бить, я вхожу, и мне в затылок прилетает, я еще не успел пробить. Даже если пробил и сбил ему дыхание, он не сломал шею, как бы неравноправный удар получит. Но если вы работаете все вовремя, все качественно, да, или как-то там ловите вот эти моменты. У вас, ну, не составляет роли. Потому что в бою, когда вас бьют, ну, реакция немножко другая. Другое дело, я знаю, что он будет бить. Я знаю, куда, я знаю, что он остановится. И тогда я тут могу, ох, что творить. Но в бою, там, да, вы всегда, что он там бьет, куда он бьет. Поэтому ваша задача здесь... делать такой домик. И тогда, ну, не так больно, если ваша рука, и он пробьет, и вы привыкли как боксер здесь защищаться. А он чиркает, и у вас все заливает кровью. А? Да. То есть, видите, он достаточно жестко бьет, но если он попадает, у меня проблемы. Поэтому пассивная защита, она как бы тоже не нужна. Вы можете выдержать там какую-то бомбардировку, но она не проходит даром. Да, там что-то все равно разрушается, да, какие-то дома падают. Поэтому, когда он делает, раз выдержали, вышли на другой. Выдираем. Оп!
вы должны вот эти чувствовать моменты, какие войти, какие наоборот, ну как бы. Ой, как больно! Разорвали. Первый вариант. Второй вариант. Thank you.
Поехали сейчас.